Чеботарев — это обезьяна, которая слезла с дерева и поступила в театральный вуз. Вы хотите, чтобы Пушкин стал вам ближе? Так он такой талантливый, не только актер, так ты еще и поешь. Ой, Свет, нет. Ромео, как играть вот эту часть? Говорит, играй как через ла-манш. Но и были смешные... Во! Смешная ситуация. У меня ничего не было. И как же ты на это решил? Кредит. И я начинаю думать, что я попал в какую-то секту. Я просто называю это пранк, который зашел слишком далеко. И сами учитесь, ученики. Это, по-моему, второй раз. Что, мы снимаем программу? С Димой, кстати, да. С Димой, кстати, да. Не, ну с Димой вы снимали кино, которое, кстати, очень клевое. Хорошее кино. Спасибо, что поддержал. Спасибо, что позвали. Нет, спасибо, что поддержал. Так друг друга похвалим. Так, кто не понимает, я сейчас все объясню быстро. Дима Чеботарев поддержал проект «Экшн» и в картине Сергея Харченко снялся в главной роли. Вот бабы больные. Вот на всю голову, серьезно. Тебе что, не нравятся мои сосиски? Вы когда-нибудь встречали, ну вот, хоть одну нормальную? Играл смешного героя. Спасибо. Спасибо за то, что позвали. И поздравляю с новым общественным показом в рамках Горький, да, фест? Горький фест. Это было классно, что вообще это... Что еще больше людей это смогло увидеть. И я думаю, что это очень прекрасно и для популяризации самого экшен, и для благотворительной деятельности, которую вы занимаетесь. Хорошо, Дим, да. Не могла, вот не знаю, что так, что заход, но видишь, какая у меня прямая связь с экшеном теперь. Хотя ты... Почему нет? Ну, теперь уже... Ну, потому что мы впервые встретились и познакомились, и поработали именно на территории фестиваля экшен. Почему да. бы это, ты к этому не возвращаться? Фестиваль, а это всего лишь благотворительный вечер. Ну, я почему-то называю это фестиваль, потому что он по форме как фестиваль. Ты часто встречаешься в такой обычной жизни с актерами, с которыми ты снимался? Как говорят, наша коммуналка очень тесная. И с Наташей Бордо, например, мы сейчас снялись в проекте, который вот вышел 20 июля, «Макс и Гусь» называется. Да. Мы с ней снялись. Так интересно, да, после того, как вы встретились? Да, и мы пересекаемся, и наш мирок-то, он очень тесный. Ну, ты сейчас готов встретиться с актрисой, с которой ты снимался? Ну, а понимая, где мы, где, ты это, думаешь, где эта собака? Где это? Запускай. Пыть, моя сладкая. Пыть, моя сладкая. Иди ко мне. Иди ко мне. Ну что, флешбеки? Флешбеки у тебя есть? Не хочет, не хочет. Помоги! Да, ну вот. Пыть, моя сладкая. Пыть, моя сладкая. Кстати, вот этот, я все боялся, у меня аллергия дома, дома. И я боялся, что после съемок мы с ней все время обнимались, целовались. Да, спали в одной кровати. Спали в одной кровати, я думал, что я приду домой, и мне придется все снимать, все перестировать сразу еще с порога, потому что аллергия. Нет. Нет, это порода, нет аллергии. А скажи, как она хорошо с тобой работала, да? Это мы с ней работали. Да? Вы работали, да? Не она с нами, а мы с ней. Потому что все-таки, когда появляется вот... А ты работал до этого с собаками? С собаками как-то вот так плотно нет. Как-то плотно нет, потому что... Таня! Ты видишь, что происходит? И там есть ее любимый всегда Таня. Таня, вы не прячетесь, она вас видит. Она любит Таню. Да? Ты идешь к Тане? Ты не будешь сниматься? Ну хорошо, мне хотелось тебе сделать такой приятный сюрприз. Это вообще вы бы поняли, почему мы в таком приподнятом настроении, потому что действительно удивительное место, в котором сохранили частицу, несмотря на то, что здесь все достаточно современно, и дизайн, и мебель, и вот здесь прекрасная барная стойка, сохранили частицу первозданного дизайна. Я не знаю, каких это годов, но вот эта лепнина на потолке, она восхищает. Правда, это чудесный отель, в котором мы снимаем сегодня программу.
действительно, ребят, большое спасибо. Точнее, девчата. Тут есть Аня прекрасная, она нас сюда сегодня пригласила. Ну хорошо, твое детство. Ты родился не в Москве, как в славном городе Хабаровск. Хабаровск. Мы еще не под камеру вспоминали. Я вспоминала свое путешествие как раз в сторону Сахалина, Курилы и Камчатки, а ты говоришь, а я прямо оттуда родом. Не прямо оттуда, но с той стороны нашей необъятной родины, где 7 часов разница, а с Камчаткой 8. 8. Это, кстати, очень сложно возвращаться назад. Да, я до сих пор... Камчатка 8. Когда я сюда ехал, меня спрашивали, ты поедешь на поезде? Я самое долгое... Так, поезд шел 7 дней. Но 7 дней я не ездил никогда. Из Хабаровска в Москву я все-таки полетел на самолете. Но самое долгое я ездил из Хабаровска в Красноярск 5 дней. Ну, это вообще, наверное, очень утомительно. Нет, это, знаете... Романтично. Это даже нет. Я даже не знаю, не подобрать слово какое, потому что очень мало людей едет с тобой весь путь. Поэтому у тебя есть какой-то... пул историй, которые ты рассказываешь всем, каждому, кто садится напротив тебя. И к концу поездки ты уже отточил хиты, вот, хиты и заходит на ура. То есть ты уже... Ну ты какие твои? Уже... Вот вспомни, какой. А я не помню, это было, мне было еще 15 лет, ну, наверное. 15, ну вот подожди, 16. В 15 лет что ну, можно рассказать? Ну когда что-то спрашиваю там. Хорошо, где мальчик, там, а ты вот там, где учишься? Учишься? Я тогда учился в военно-морском лицее в Хабаровске. Я как раз перешел из обычной школы в военно-морской лицей, и вот тогда вот там были, занимался спортом, и вот какие-то там истории про то, что у нас в городе, что, потому что люди же, они заходят из разных городов, и им всегда интересно, откуда ты едешь. В купе и... или... Нет, в плацкарте. Тогда это было очень дорого. Тогда. В плацкарте. А ты вот какие твои были, которые в коридоре? Или нет, как? Вот тут, знаете, мне повезло. Знаете, уже все-таки 5 дней можешь себе как бы позволить и не боковушечку. У туалета. Да, поэтому я из славного города Хабаровска, прекрасного, чудесного, замечательные люди. А ты сейчас возвращаешься? Нет, я, к сожалению, не был там уже лет 14, наверное. Уехал, так уехал. Ну, уехал, да, уехал, так уехал. Возвращение в обратно я бы запретил. Да? Я скажу тебе, прошу тебя как брата, душу не мути, да. Потому что уезжал как-то с обостренными чувствами, сжигая все мосты, и уезжал с ощущением того, что я не хочу возвращаться. И я ни в коем случае не вернусь. И у меня должно получиться зацепиться здесь. И, слава богу, у меня получилось сразу с первого года и поступить, и доучиться, и найти работу в театре. Поэтому все, как я планировал, получилось. Но вот там я там учился сначала в институте, в первом, на режиссуре. В Хабаровске, да, у потрясающих педагогов Вадима Владимировича Паршукова и Татьяны Ивановны Якимчук. Замечательный режиссер и актриса, они муж и жена, они замечательный тандем. Но когда я сказал, что я хочу уехать, они сказали, уходи сегодня. То есть потому они что мы, да? Ну да, мы не занимаемся бесплатными подготовительными курсами. Я полгода слонялся, не знал, чем заняться, потом уехал. И поэтому вот было какое-то... И дом мать оставляла с отцом в таком тоже, в очень тревожном состоянии. Поэтому уезжал так, чтобы... уехать. Ну, смотри, ты же не из творческой семьи, у тебя, по-моему, мама педагог. Мама не педагог, она всю жизнь проработала в детском саду, начинала помощником. Тогда была, по-моему, такая должность нянечка-медсестра, что-то да, такое. Что-то. Вот она была, начинала нянечкой-медсестрой и доработала до заведующей детского сада. Сад был при заводе судостроительном. Потом, во времена, насколько я могу помнить, приватизации всего вот этого, отделили детский сад от завода, и он перестал сам по себе существовать. Всех сократили, и маму сократили. В итоге она потом работала уборщицей. Угу. А отец всю жизнь работал водителем, и потом в конце жизни работал уже дворником. Угу. Они остались жить в Хабаровске? Они остались жить, но их уже в живых нет. Они не переезжали? Нет, нет. Они не могли переехать, потому что некуда. Я сам переехал в какую-то пустоту. Но
просто в какое-то будущее. И они слишком рано ушли после моего отъезда, чтобы были какие-то, была какая-то возможность их перевести. Ну, то есть получается, что действительно с уходом родителей, наверное, потребность возвращаться в тот город отпала. Она отпала, да. И там еще и продали квартиру, в которой я... А у тебя старшие... Старший брат и сестра, да. А да. с ними ты общаешься? У нас очень большая разница. У нас с братом 17 лет разницы, а с сестрой 14. И поэтому, когда я родился... Они уже были взрослые. Они уже были взрослые. У моего старшего брата первый сын на год всего младше меня. Поэтому у них уже была своя жизнь, и у нас какого-то такого контакта, как у брат-сестра друзья или брат-брат, не случилось, потому что я это абсолютно понимаю. А они остались... Там они же? Там, да, там и сестра, и брат. Ну, как-то мы посильно общаемся, ну, по телефону, по сообщениям, потому что у всех своя жизнь, и мы далеко, и у нас разный часовой пояс, ну, грубо говоря, я смотрю на часы, там, 5 часов вечера, можно что-то написать, а у них уже 12, они уже спят давно. И поэтому вот это, ну, все по разным причинам, но как-то общаемся, и они все-таки у меня есть, и они мне родные, брат и сестра. Да, ну, нет, это я тоже часто задумываюсь о том, что иногда родственники не бывают так близки, как бывает даже какой-то друг или там твой... Абсолютно. Это... И это очень часто встречается. Тем более сейчас, когда у меня появилась своя семья. Конечно, мне ближе, чем моя семья, уже никого нет. У тебя так интересно. Я, конечно, когда готовилась к встрече, я там смотрела интервью там с Лизой. Мне так интересно именно, как у вас все это случилось. Не совсем так традиционно. Обычно парни ухаживают за девушками, а Лиза так открыто говорит, что это ее был выбор, что она поняла, что она влюбилась в тебя, и что она не понимала, какое чувство ты испытываешь к ней, что она тебя добивалась. Потому что я сам не понимал, что я могу дать. Лиза. Елизавета Сергеевна Климова. Моя жена. Чудесная, прекрасная, потрясающая. Это подарок небес. Я не знаю, что я делал в своей жизни и в каком количестве так, чтобы заслужить тебя, да? такой подарок небес. Это спасибо, Господи. Давайте разбираться. Ну как так получилось, что ты сразу не понял, что это твоя жизнь? Да я понял, я просто, у меня ничего не было. Лиза москвичка, из хорошей семьи, с хорошим образованием, закончила школу под Манчестером, у нее идеальный английский, женский колледж, закончила, там, потом училась она в ГИТИСе, закончила ГИТИС, потрясающий девушка, человек. И я. Ну что, ты себя видел в зеркале? Это вы меня сейчас знаете. Вы бы меня видели 10 лет назад, вы меня обошли бы. Да ладно. Я был бородатый, волосатый, не пойми в чем. В кармане только дыра. Рюкзак за спиной, хотя у меня сейчас рюкзак за спиной, это моя вечная привычка. В рюкзаке за спиной есть какой-то набор яблок. Потому что есть нечего, денег на это нет, но яблоки и молоко спасали, потому что вместо перекуса. Живешь в кредит, спишь непонятно где, у тебя нет стабильного места жительства. Ну, подожди, ты снимал какую-то комнату, наверное? Снимал какую-то, какие-то комнаты я снимал, где-то я жил, у каких-то друзей, что-то. Но это все это было настолько нестабильно. Даже мне самому было это некомфортно и неприятно, что я в таком... Хотя у меня было там огромное количество работы в театре всегда. То есть я был в пределе, но не было ни денег, ни стабильности, ни перспектив, ну ничего. Ну, то есть ты не то, что не обратил на Лизу внимания, ты просто не понимал, как настраивать отношения. Я не понимал, нахера я ей? Да. Вот этой чудесной, потрясающей, прекрасной девушке зачем ей вот это? Я вел себя как панк, я жил как панк, я мог спокойно на улице переночевать. Да? Да, это вообще, ну то есть как бы я уходил из того места, где я живу, и мог вернуться туда, я не знаю.
Через несколько дней, потому что ночевал где попало. У меня всегда была просто зубная щетка, смена белья, яблоки и книги. Все, у меня вот единственное. Я даже когда переезжал, со мной переезжали только коробки с книгами. Вот я хотел спросить, коробки с книгами. Коробки с книгами? Да. А вещи личные? Или Их не было. Потому что не было личной жизни, не было какого-то ощущения. А что она в тебе тогда рассмотрела-то? Это вот к ней вопрос. Интересно. Это вот к ней вопрос. Хотя женщина, да? И поэтому... Ну, ты считаешь, что она помогла тебе сделать таким... Естественно, да? Если бы не она, ничего бы этого не было. Если бы не Лиза, у меня бы не было столько работы, у меня не было бы семьи, у меня бы не было столько мотивации что-то делать, у меня не было поводов бы так развиваться, не останавливаться на достигнутом, у меня не было бы семьи, у меня не было бы двух чудесных детей. У меня не было бы, наверное, бы меня уже не было как вот как личности. Я бы не знаю, по какой бы наклонной катился. Поэтому да, абсолютно. Если бы Лиза не появилась в моей жизни, я не знаю, где бы я сейчас был и в каком состоянии. Решение поехать учиться в Америку. Не совсем я принял решение, там без меня меня женили. Отлично. Это была Лиза? Нет, это мы с Лизой сошлись как раз в Америке. Из Америки мы вернулись как пара. В Америку я есть голливудский коуч Иванна Чабок. Она известна во всем мире, среди ее учеников Брэд Питт, Джим Керри, Шарлиз Терон. Холли Берри, когда получала за бал монстров Оскар, она со сцены поблагодарила Иванну Чабок за этот Оскар. Она очень большой мастер. И она открывала школу актерскую своей системы в Москве. А у нее своя система? У нее своя система, да, Иванны Чабок. И она открывала школу в Москве, но здесь у нее не было преподавателей, не было носителей ее системы. И она объявила конкурс на конкурс соискателей на эту должность, угу. преподавателей ее системы. И мой приятель, который Володя Маташнев, замечательный артист, режиссер, коуч, человек, в первую очередь, замечательный, угу. он же меня и перетащил в Москву, ну, точнее, как перетащил, он меня спровоцировал, чтобы я сюда переехал. Он же... Звонит мне или пишет его же, это не столь важно. Дима, есть такая возможность подать документы на конкурс к Ване Чабок на обучение по курсу преподавания. Я говорю, ну давай, чему нет, давай подадим за это, что ни денег платить не надо, и тебя никто не осудит, никто ничего. Просто получится, Да, нет. Мы подали свои заявки с каким-то там портфолио. И приходит ответ, что и он, и я проходим. Что в этой заявке? Твои роли какие-то? Там, да, там образование, роли, что-то о себе, какие-то, по-моему, зачем тебе это нужно. Ну, вот какой-то такой. А что ты написал, зачем тебе это было? Я уже не помню, это было сколько? Очень есть хочется. Это было в 2015 году. Нет, я всегда, у меня пытливый ум, и я всегда к чему-то новому тянусь. Угу. Не всегда этот роман долгий, да. с этими новыми знаниями, но я очень легок на включение во что-то новое. А особенно если это касается актерских техник, каких-то новых знаний в этой области, меня очень легко подкупить. И когда я увидел эту систему, я просто расписал, что мне просто это интересно, я хочу это применять, я хочу это популяризировать, потому что мне это интересно. И вот пришел ответ, но так случилось, что в один год может поехать только один. Mm. И поэтому в первый год поехал Володя, так как мы с ним встретились. А, то есть вас реально выбрали из большого количества только двоих? Да. Фантастика. Это какая-то фантастика, да. Потом уже начали приезжать и другие люди спустя несколько лет. Но вот в первый год поехал только Володя, потому что место было одно. Бесплатного обучения, и мы встретились, я говорю, Володь, ты это нашел, ты это придумал, да, ты езжай. Он поехал, и я как-то это уже отбросил, забыл, и спустя год возвращаются опять продюсеры, говорят, спрашивают, ты готов ехать? Я говорю, а это еще актуально? Да, конечно, актуально, есть это место свободное, бесплатного обучения, с тебя только перелет и проживание, и питание, и... Как же ты на это решил? Кредит. Кредит.
кредит. Спасибо. Не буду говорить, какому банку, но спасибо, что вы мне помогли. Дали мне кредит. То есть тебе дали кредит, и ты должен на этот год был четко расписать, вот как ты проживешь вот этот... Нет, это я взял кредит только вот на эту поездку, потому что это была повестка на два месяца ага. всего. Если бы я на год брал кредит, вряд ли бы мне с теми гарантиями, которые я мог дать, дали бы на год. Дали его на два месяца, я поехал. Там же и шарахнул курс. А все денежки... Это какой год был? 2015. Угу. Там за время моего пребывания он вырос там намного. И в итоге я питался бутербродами Subway. Знаете, есть вот этот фастфуд. Да. Вот, два месяца я ел Subway. Подожди, потому что тебя, это на что хватало. Подожди, тебя догнала Лиза. Лиза потом приехала. Она приехала, Она приехала через два дня... заселилась. А из-за того, что я просил Лизу помочь мне с оформлением документов, потому что я на тот момент не так хорошо разговаривал по-английски, а Лиза делает это идеально. Она помогала мне с документами, она помогала мне с поиском жилья. Это идеальная женщина. Это вообще... Она идеальна. Она просто поняла, что ты пропадешь. Она, разобравшись. Она помогала мне с документами. Не могла тебя бросить. Она помогала мне с поиском жилья. Поэтому у Лизы были все явки и пароли. Ага. Где я? Куда я поехал? Поэтому через два дня она приехала, прилетела тоже в Америку. Да. И приехала, она звонит из аэропорта парню, который сдавал мне комнату в своем доме. Говорит, я прилетела, мне нужна комната в этом же доме. Он говорит, ее нет. Он говорит, делай, что хочешь, я еду. Она просто приехала. Нет, там просто не было ни кровати, ничего. Она поехала, купила матрас. Тут же заселилась в соседнюю комнату. Зря, через два дня мы съехались. Можно было сэкономить деньги. Да, вот так. И из Америки мы вернулись уже вместе. И когда мы в Америке, в Лос-Анджелесе, в классе Иваны Чабок, она нам дала совместную работу и в американском классе. Мы играли сцену из фильма «Магнолия», и потом мы вернулись, и уже вернулись вместе. Но... никаких «но», но... Никаких «но». Нет, мы вернулись вместе, но что, почему «но»? Мы когда приехали, я поехал к себе домой, Лиза к себе домой, и через день Лиза мне звонит, говорит, Дим, на следующий день, он говорит, Дима, я сняла нам комнату возле твоего театра, в соседней двери. Это в районе Тверской? Да. Теперь мы будем жить в этой комнате. Какая крутая история. А свою квартиру она сдала, и мы жили, у нас был тест-драйв и краш-тест отношений. Год в комнате, в одной комнате. А кто были соседи? Ну, они менялись. Они менялись, там в одной комнате жила хозяйка, в другой комнате менялись ребята, и мы жили год. Это был действительно тест-драйв и краш-тест наших отношений. Ну, вы прошли удачно. Слава Успешно. Богу. Слава Богу, да. Вернемся в школу. Как проходили занятия? Вот в чем уникальность этой методики? В Чабок? Да, Чабок. Ее многие называют Станиславским в юбке. Угу. Она, по сути, взяла систему Станиславского, угу. высушила ее, отбросила те примеры, которые мы не можем проверить. Потому что, когда читаешь систему Станиславского или его там воспоминания, тебя могут восхищать его рассказы, как он искал парчу для костюма Отелло, или как он искал мимику, или какой великий актер был Михаил Щепкин, например, да? Но проверить мы это не можем. Мы можем в это только поверить. А Иванна создала 11 шагов, 11 инструментов, подготовки к роли, разбора роли. И 12-й шаг — это «будь что будет». Угу. Когда ты проделал работу по 11 шагам,
который каждый последующий вбирает в себя проделанное. Ну, ты можешь вот совсем, я понимаю, что ты учился, это, наверное, в двух словах не рассказать, но совсем вот примитивно для меня. Мне вот очень интересно, что хорошо, значит... Хорошо, хорошо. Все эти инструменты очень сложно объяснить без понимания того, что эта система, она может подойти, может не подойти. Это не панацея. Она не для всех работает, и если она тебе не подходит, иди дальше. Она строится на том, что ты... Сейчас будет звучать, как будто это какая-то муть, какая-то секта и какие-то... Ну давай, давай. Вот я... Ты работаешь со своим подсознанием. Угу. У нас есть сознание, которое нас защищает. Угу. Есть подсознание, где скрыты все наши страхи, все наши боли. И сознание не пускает нас в подсознание. Угу. Почему иногда у нас всплывают какие-то воспоминания болезненные из детства, например? И ты думаешь, а почему я об этом, обо всем не помнил, откуда это взялось? Потому что сознание тебя охраняло. А ее техника через эмоциональные дневники, через психологические подходы заставляет тебя приоткрыть свое подсознание, достать свои боли и проблемы, посмотреть на них честно и сказать, теперь я тебя знаю, и теперь я буду тебя использовать. Угу. Я буду с тобой бороться на территории... актерской игры. И наша боль делает нас сильнее, когда мы ее видим, когда мы с ней честны, когда мы признаемся себе, что это было в моей жизни, эта травма была в моей жизни, это незавершенный конфликт. Это прям психология. И со всем этим я пойду дальше, используя. Потому что в каждой сцене ты определяешь сценическую задачу. Сценическая задача формируется очень просто. Она должна быть там заставить тебя полюбить меня, допустим, или заставить тебя почувствовать мою любовь. Потом ты берешь листочек бумаги и начинаешь писать эмоциональный дневник. Ты начинаешь писать: «Я хочу, чтобы ты любил меня», и потом, не останавливаясь, у тебя должно выйти имя, и ты пишешь «почему», 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 и рука не должна останавливаться ни в коем случае. И когда у тебя начинают эти эмоции, ты понимаешь, что ты попал в точку. Потому что это должно быть бессознательно. Это должна быть одна эмоция. Это может быть даже не расписано. Это может, ты можешь просто черкать. Главное, чтобы шла эмоция. Чтобы шла, потому что он и называется эмоциональный дневник. Но в нем должно быть заключено то, что никто никогда не должен увидеть. То есть, если кто-то это увидит, ну, ты сгоришь со стыда. Потому что ты настолько честен должен быть перед этим листом. И когда ты понимаешь... Кто тот человек, от которого зависит достижение сформулированной сценической задачи, ты понимаешь ту боль свою, настоящую, которая будет тебя двигать в искренности достижения этой сценической задачи. Ты, вот психология вот только здесь заключается, только здесь, чтобы определить этот источник боли, источник потребности. А дальше начинается ремесло. Дальше уже начинается разбор по битам, где сцена меняет вектор, в каждом бите идет мини-задача, потом идут внутренние объекты, идет манипуляции, идет предыстория, уже дальше начинается ремесло. Ну вот подожди, ты заканчивал Щепкинское, да? Щукинское училище. Да. И ты, вот, а там же другая техника, да, обучения? Ну я не скажу, что другая, просто другие инструменты, более другое погружение в процесс. И другой, в отличие от многих остальных институтов, в Щукинском институте система пошаговая не меняется со времен Вахтангова. Он ее расписал, мы ее блюдем. Это когда каждый следующий шаг вбирает в себя пройденное предыдущее. Тут вопрос, что тебе больше подходит? Я пользуюсь очень многим. Я знаком с техниками Тадаши Судзуки, я знаком с техниками Теодора Терзопулоса, я знаком с техниками театра «Но», я знаком с комедией «Дель Арта», русской школой, с американской школой. Подожди, все я это изучал, и в зависимости от того, что мне нужно применять в том или ином материале, то я использую. Это именно зависит от того, в каком жанре мы работаем. Это зависит от того, какой режиссер с тобой работает. Как он въедливый или он просто дает. А какой тебе... Сергей режиссер? Душевный. Сережа. Но я имею в виду, что Сережа, он вовлечен в процесс. Он все время с тобой, и он все время находится с тобой. Ну вот он не отделен стеной плейбека. Нет такого, что он где-то далеко, а мы где-то здесь.
И вот этот мостик между актером и режиссером очень короткий, с Сережей. Он рядышком. И таких режиссеров много. И это не хорошо, не плохо, это факт. Есть режиссеры, которые далеко. И это не хорошо, не плохо, это факт. Они дистанцируются, ты там, я здесь. Как тогда происходит вот это? Я, например, работал с таким режиссером, есть театральный режиссер Ромео Костелуччи. Он один из величайших и один из самых дорогих театральных режиссеров. Его, как я недавно узнал, что его спектакли ни в одном театре мира не шли дольше 3 раз. То есть он приезжает, делает акцию. И уезжает, и растворяется. Вот мы с ним работали. А в чем тогда его феномен такой? Вот в том продукте, который он делает. И вот он приехал к нам, и я спрашиваю у него: Ромео, как играть вот эту часть, эту сцену? Он говорит: играй как через Ла-Манш. Это что значит? А ты все. А дальше уже... Поплыл. А дальше уже твое понимание, твоя интерпретация его слов и твой багаж, посредством которого ты пытаешься попасть в его ощущение через Ла-Манш. Вот и все. И каким путем ты пойдешь? А если у тебя есть разные пути, разные инструменты, ты сам выбираешь, каким путем идти. А результат должен быть один и тот же, по сути. Поэтому это, ну, такие штуки. Но тебе проще, конечно, наверное, любому артисту работать с режиссером, который все-таки взаимодействует. Нет. Нет? Не всегда. Все, опять же, зависит от материала и от того, что... Я пытаюсь проделать большую работу самостоятельную, чтобы не тратить на это время. Я не прихожу на площадку, не спрашиваю у режиссера, а что мы сегодня снимаем, а что мы делаем. Это мои вопросы, которые я должен был задать себе. Ну, весь разбор сцены, весь разбор персонажа, весь разбор предыстории. В каждой сцене я должен понимать, откуда я пришел, куда я пойду. Чтобы не задавать эти вопросы режиссеру, потому что а зачем тогда я? Я просто прихожу и как исполняю чужую волю, или я со-создатель. Тогда я проделаю свою работу, и я прихожу и приношу режиссеру. Говорю: смотри, какого персонажа я принес, с каким разбором, с каким внутренним миром, с каким путем мы идем в верном направлении. И режиссер, если говорит «да», он просто может поправить там по темпоритму, уже по кадру, потому что он не должен тратить на это время. Это мое понимание, это мое ощущение, что режиссер не должен заниматься актерской работой. Режиссер должен заниматься умением мыслить образами и выставлять мизансцены, что является пластическим выражением мысли. Поэтому вот я из-за того, что проделываю свою работу, очень часто мне достаточно и предложения сыграть через Ла-Манш. Ну, это, наверное, и есть, кстати, человек в профессии. По-разному. Кто-то говорит, что в русской школе главное, чтобы вот здесь у тебя было. Вот здесь, если у тебя что-то происходит, значит, все правда. А то, что у тебя лицо мятое после вчера, то, что ты не можешь, то, что ты не в форме физической, то, что ты выдыхаешься через 2 дубля, это как бы никого не волнует. Главное, чтобы вот здесь было. Нет. Для меня нет. Актер – это комплекс. Комплекс всего. Это внешние, физические данные, внутренние. Это готовность, это пунктуальность, это, ну, здоровье. Но это круто, что ты именно так к профессии относишься, потому что очень потому мало... Потому что я отношусь к этому как к профессии. Как к профессии, да. Когда мне говорят: а в каком театре вы служите? Я говорю: я работаю. Я не служу. Служу в церкви. Я работаю. Я прихожу, и у меня есть трудовой договор, у меня есть трудовые обязательства. И я их должен исполнять. Потому что, простите, мне за это платят деньги. И люди приходят, и все должны работать. А если ты служишь, ну тогда у тебя может пойти или не пойти. Ну, это, мне кажется, такая у тебя просто фраза. Может снизойти или не снизойти. Нет, это отголоски того времени, когда в театрах служили. А сейчас мы живем в том времени, когда в театре нужно работать. В кино нужно работать. Ты должен работать. Ты должен выполнять, ты должен понимать, что будет это смотреть зритель, что в это вложены деньги. Что ты должен нести ответственность перед зрителем и перед теми обязательствами, которые ты на себя взял. Это мое ощущение.
У тебя очень разные роли, Дим. У тебя прям диапазон такой... Я стараюсь. Да. Ну, наверное, тебя же хотят эксплуатировать определенным образом. В хорошей форме, симпатяга, как бы, да, такой. Вот ты как выбираешь роль? У тебя такое бывает, что если... Ну, похожие роли тебе приходят, что ты можешь отказаться, что тебе неинтересно. Конечно, я очень от многого отказываюсь. Я очень-очень от многого отказываюсь, потому что бывает такое, что выйдет какой-то проект громкий, который все увидели. Например, тот же вот вышел «Майор Гром, Чумной доктор», Олег Волков. И мне пришло после этого, ну, 5-7, наверное, похоже, проектов. Это вот персонаж Ctrl-C, Ctrl-V. Копировать, ставить. Я от всего отказался, потому что, ну, неинтересно сейчас. Для меня главное – это история. Для меня главная история, которая не рассыпается от двух логических вопросов. То есть ты, когда начинаешь задавать, история начинает рассыпаться как пазл в руках, потому что она не структурирована, персонажи не выпуклые, не живые. Это главная история, потому что я всегда говорю, что хорошую историю можно испортить. Плохую историю нельзя улучшить. Плохую историю возьмите гениальных режиссеров, гениальных актеров, гениального оператора. История рассыпется. Зачем зрителю? Всегда нужно думать о зрителе. Зачем зрителю следить за историей, которую он смотрит и в нее не верит? Зачем зрителю смотреть за историей, которой он задаст пару вопросов, и она для него рассыпется? Главное – это история. Потом уже режиссеры, актеры, операторы и все остальное. Вот я, когда читаю сценарий, если мне интересно отправиться в это путешествие, я вижу, там это не зависит, большая, маленькая роль, не важно. Если мне интересно отправиться в это путешествие, то тогда да. Потом уже включаются другие аспекты, например, там режиссер. Готовы ли мы? Потому что я долго тоже к этому шел, чтобы к пониманию, что на пробах не только режиссер тебя пробует, но и ты пробуешь, да, режиссера. Конечно. Сойдетесь вы или нет? Интересно ли вам будет в несколько месяцев бок о бок, да, видеть прожить друг друга? Порой бывают такие душевные обнажения, которые гораздо тяжелее и неудобнее, чем телесное обнажение. И готов ли ты, что именно этот человек будет рассказывать про твои душевные обнажения? И готов ли ты вместе с ним быть искренним настолько, чтобы довериться? Ну, вот так, без конкретики, у тебя было что? Так что ты приходишь, тебе интересна роль, но ты на пробах понимаешь, что тебе будет сложно работать с режиссером. Это... А бывает, мы это обоюдно понимаем. Мы начинаем задавать друг другу вопросы, и мы не можем найти одинаковых ответов. И никто не хочет уступать, и мы понимаем, что мы говорим на разных языках. Такое бывало. Бывало. И мы в этом искренне друг другу признаемся. Я никогда, то есть стараюсь, никогда не говори никогда. Я стараюсь быть искренним в этом. То есть, если мы спрашиваем, я говорю, ну, мы не можем найти общий язык, и нам будет просто тяжело вместе. А с актерами, вот, с которыми ты играл, были такие там, ну, с Юрием Стояновым, кстати, он тоже был. Это же прям купаться с ним можно, да? Вот, ну, потрясающе. Да, он потрясающий. И человек какой, Юра. Замечательно. Это чудо какое-то. Это запрещенный прием. Да? Нет смысла приводить в примеры Стоянова, когда это большой души, сердца, таланта и опыта человек. Ну, я даже, наверное, знаешь, о чем хочу сказать? Вот я тоже несколько раз как бы участвовала в съемках, и вот особенно для непрофессионального артиста и без богатого такого бэкграунда, опыта, то очень зависит от того, с кем ты находишься. Вот, мне кажется, что вот с Юрой даже, я не знаю, пень заиграет. Ну, то есть он настолько будет тебя окутывать заботой, да, и вот этими подачками, да, и вот все, там нет шансов. Вот, он вот если он приходит, то он максимально вкладывается, он хочет. Он же уже пришел, поэтому должно получиться. Юрий Николаевич как раз, он когда приходит на площадку, он хочет, чтобы у всех все получилось. Да, да, да.
Мы должны сделать это быстро, качественно, не делать много дублей. Все должны быть готовы, ребята. И он всех заставляет, он всех вдохновляет к тому, чтобы все работали. Он не будет говорить, ну ты делаешь какую-то херню, прости. Он сделает все, чтобы ты заработал. Он не будет говорить, ну ты делаешь херню, это твои проблемы. Да. Нет, да. Чувак, нет, ты уже со мной. Это мои уже проблемы. Это уже и мои проблемы тоже. Это проблемы и режиссера, и оператора. Да. Мы должны все делать хорошо и качественно свою работу. Поэтому он, если нужно, там и советом подскажет, и... Подзатыльник и пинка даст. И когда крупный план, он и за камерой покидает текст. Да, нет это такого, очень чтобы он сказал, все, ребят, кто-нибудь покидайте текст. Нет, он будет до конца. Ага. В этом плане он и пошутит, и дубль, когда нужно, сорвет. Такой тоже будет. Когда нужно сорвать дубль, подшутить, чтобы понимать, что сейчас это необходимо, он это сделает. Расскажи историю, знаешь, которую ты мне рассказывал про Пушкина. Ну, это про Пушкина, это... Хотите, чтобы Пушкин стал ближе? Это жирная история. Она не имеет отношения к профессии, на самом деле. Ну, как сказать? Мы с моим однокурсником сидели у него на даче под Питером. Его отец, большой артист, Михаил Воронцов. И вот мы сидим на даче под Петербургом, выпиваем что-то. Мы два студента первого курса, и он уже большой-большой пожилой артист. Мы сидим, он говорит, так, пацаны, вы хотите, чтобы Пушкин стал вам ближе? Естественно, хотим. Мы первый курс института. Конечно, мы хотим, чтобы Пушкин стал нам ближе. Как? Ну да, странный вопрос. Он говорит, не удивляйтесь, в этой истории вопрос этот будет звучать несколько раз. И начинается повествование. Он говорит, я когда был юнцом, младше вас, я учился в первом институте в своем, это был то ли строительный, то ли какой-то, не помню. Не в этом суть. У них был пожилой преподаватель, который задал им вопрос на лекции. «Ребята, вы хотите, чтобы Пушкин стал вам ближе?» Михаланович говорит, «Конечно, мы ответили тогда, мы хотим». И этот наш пожилой преподаватель рассказывает историю. Он говорит, «Когда я был еще младше вас, мне было лет 15, я отдыхал у своих друзей в Париже. Мы сидели в кафе. И мои друзья задают мне вопрос. Ты хочешь, чтобы Пушкин стал тебе ближе? Он говорит, конечно, хочу. И они говорят, видишь, вон за тем столом седого-седого человека, пожилого. Он говорит, вижу. Они говорят, это Дантес. Пушкин стал ближе? И он говорит, я понял, что я сижу в одном кафе за соседним столом с человеком, который убил наше все. Потому что Дантес дожил до очень преклонного возраста, 90 с чем-то было. То есть до Пушкина мне какой-то 4 рукопожатия. И вот Михаил Иванович, сидя за столом с нами, говорит, ну что, ребят, Пушкин стал ближе? Действительно стал. Да, стал. Нам передали что-то. Так, мне пришло письмо тебе. Оскар Гостер. Пока нет. Давай потренируемся. Фанни студия тебя ждет на тренировку йога и пилатес. Йога и пилатес. Кстати, это же игра. Я играл йога, да. Дайте я посмотрю. Пожалуйста. Фанни студия, йога пилатес. Нет, ну это правда, это прекрасная студия. Осталось найти на это время. А, ну, Гранатный переулок пешком, да, недалеко от тебя. Йога. Это была замечательная история, потому что это сериал «Фитнес». Кто-то смотрел, кто-то не смотрел. Разговор к йоге. Сериал «Фитнес», 5 сезонов. И играл я там преподавателя по йоге. Володя. Это такие дреды. Дреды. Володя Зайка. Зайка. Фамилия Зайка. Вот. Мне режиссер говорит, ты должен сесть в позу лотоса. Я говорю, хорошо, а сколько времени есть? Он говорит, ну, месяца там полтора есть.
Люди иногда всю жизнь не могут... Я занимался, просто всю жизнь я занимался либо боксом, либо футболом. У меня колени были как раз заточены на то, чтобы они не гнулись, чтобы они были сильные, чтобы они были крепкие, чтобы они не ломались. Я пошел искать, где заняться йогой. Пришел в World Class. Что ж тут? Позанимался йогой. Позу лотоса не сел. Нет, потому что мне преподаватель по йоге сказал, ну это нереально за полтора месяца. Он говорит, ну это нереально. Ну, потому что это невозможно. Я говорю, хорошо, пошел, нашел другой класс йоги, уже йоги-йоги. Угу. Пришел, мне начали рассказывать про философию. Я говорю, ребят, пожалуйста, это мне не поможет. Я говорю, есть просто физическая задача и физиологические особенности моего тела. А ты знаешь, что есть люди, которые вообще не могут сесть в позу лотоса? Да, там вывертность, еще что-то. Они начали про философию, говорю, не поможет. Она говорит, без философии ничего не получится. Я говорю, значит, у нас ничего не получится. В итоге я купил 2 блина для штанги, сидел вот так дома, клал их, смотрел телевизор, плакал, но сел. Сел сам? Сел за полтора месяца, выкрутил себя, но сел. Мне это не пригодилось! О, боги! То есть твой герой не сидел в позе лотоса? Нет, я не сидел в позе лотоса, но какие-то все равно вот эта базовая растяжка и гибкость, она мне помогла. Мы молодцы. А почему мы молодцы? Потому что мы готовы. А почему мы готовы? Потому что мы молодцы. У нас все очень просто. Хотел, кстати, от себя добавить, пока вы так рассказывали, все думал, как же так клево получилось, что, во-первых, 2 актера, которые в дебютном моем кино снялись, прямо передо мной сейчас, повторили свой подвиг. И ты опять снимаешь? Да, и Дима рассказывал историю о том, как он готов как бы к съемкам, и я действительно поразился тому, насколько ты правда был готов. Кроли, как бы, тебе не надо было какие-то вопросы задавать, наводящие там, а что это, что то. Ты только подсказывал и помогал там, а вот это посмотри, а это вот давай подумай над этим. И для меня это было подарком, я сейчас скажу, потому что снимать дебют, как бы, и с такой небольшой подготовкой было для меня крайне сложно, а актеры, которые меня поддержали, они все помогли. Они мы же все делаем создали. Для зрителя. Так и есть. Вот расписывай в твоих словах все, что ты сказал. Ты же видел, как зритель реагировал на твой продукт? Плакал и смеялся. Значит, что-то ты делал правильно. Что-то точно было правильно. Ты уже хикалыся. Ну, кстати, вот я сейчас бы на месте Пеппи оскорбилась. Скажу, 2 актера, да. А 3. Нет, 2 сейчас в кадре у меня. А в комнате 3. А в комнате 3. Слушай, смотри, как интересно. Вообще мир, вот ты прав, там какое, даже с Пушкиным у нас какое-то оказалось рукопожатие. Угу. Вот так все вокруг крутится, кружится. Пресняков Володя, который прекрасно тоже записал песню на титры, в фильме спел ее Сережа, и ты написал слова. И вот это «я не боюсь ничего, я сам себе король». Вот это же твои слова. Да, кстати, стихи ты написал классные. Просто офигенные, быстро. Я Сереже говорю, откуда вот эти-то слова? Это говорит, а это Чеботарев все придумал. Я говорю, так он такой талантливый, не только актер, так ты еще и поешь. Расскажи мне про это. Это очень лично. Я понимаю, я просто называю это пранк, который зашел слишком далеко. Начнем с того, что я никогда не пел. Никогда. Потому что даже во дворе, когда пацаны играли под гитару и пели песни группы «Кино» или «Наутилус Помпилиус», я не подпевал, потому что я... Ну что это? Ну куда, Дим? Ну нет, послушай себя, не надо мучить людей и себя. Потом тебе еще стыдиться этого всю жизнь. А потом в институт я приехал. У нас, конечно, занятия по вокалу. Ну куда? Почему? Это было мое ощущение. Я туда, в эту сторону никогда не ходил и понимал, что я люблю музыку. Я считаю ее величайшим из искусств, потому что музыка, я это определяю для себя так. Каждый из нас в жизни ищет баланс. Да, нет. Черное-белое, добро-зло. Другими словами, мы ищем гармонию.
А в музыке она догматична. Mm-hmm. Она либо есть, либо ее нет. Потому что поэтому музыка будет вечной. Поэтому она так воздействует на людей уже тысячи лет. Как только появился звук, появилась музыка. Mm-hmm. Любая этническая музыка, когда мы ее слушаем, мы можем ее не понимать, мы можем не понимать ни слов, но она воздействует настолько на твои какие-то первозданные инстинкты. Поэтому музыка вечна. И когда я слушал очень много музыки, я слышу прекрасное количество великих и замечательных исполнителей, я понимал, что... Я так не могу. Никогда не смогу. И тут вдруг... все сложилось в один момент. Театр и кино. В театре у нас появилась великий, просто гениальный преподаватель по вокалу Арина Зверева. И она занималась с актерами вокалом. Для того, чтобы для общей базы, чтобы актеры развивались. И в какой-то момент она позвала меня и еще моих друзей, актеров театра, Борю Дергачева, Антона Косточкина и Антона Лапенко. Позвала, говорит, ребят, давайте что-то с этим придумаем, мы не можем работать вхолостую. И я придумал концерты, в которых актеры поют. И каждый раз это новый концерт, живое исполнение. Это электротеатр. Да, электротеатр Станиславский. Актеры поют разные жанры, и каждый раз это новое решение, новое... Ты распелся. Я пою там чуть-чуть всегда. Я в основном я занимаюсь режиссурой этого всего, придумыванием концепта, разработкой, свет, звук, видео. Ну, все, вот все, что... Всеми смыслами я занимаюсь. Mm-hmm. Ну, и, конечно, в каждом я участвую. И, да, посредством подготовки к этому все равно мое участие там, пускай и небольшое, оно навсегда есть, один или два номера. Я занимался с Ариной, и она сказала, что у меня есть какое-то... Данные? Есть какие-то данные, и ими нужно, если заниматься, то они во что-то вырастут. И тут параллельно мы снимаем второй сезон «Вампиров средней полосы». Да. А мой персонаж, Сережа Барановский, он обозначен как рок-музыкант. Но за два сезона никто не видел, чтобы он что-то спел или сыграл. Пора. Он просто про него сказали, он рок-музыкант. И это все. Верьте. Да, верьте, давайте. И тут вдруг креативный продюсер, шоураннер Алексей Акимов сказал, а почему бы нам, чтобы Барановский не сыграл концерт? Ну, ждите. В сезоне. В сезоне. Ну, давайте. Мы записали две песни именно для кадра. Я их сам спел, Леша написал, я их спел. Они получились неплохими, mm-hmm. и решили выпустить вообще сингл. Сделали релиз песни «Вверх», которую я пою. Она есть на всех площадках. Крылья расправив, взлетаю вверх. Я лечу вверх. Ты моя. Ее слушатели вывели в топ-5 музыки ВК. Она была в топ-5 или даже там в топ-3 один раз, по-моему. Ну, крепко она в пятерке была. И это я пою. И это как бы песня, которая звучит. И я вчера в одной социальной сети, где можно выкладывать видео с музыкой, зашел и увидел у кого-то историю с моим треком. Там написано «Дмитрий Чеботарев, вверх». Я перешел на нее, и мне открылась бездна. Целый мир. Видео, которое сделали под мою песню. Я думаю, это слишком далеко уже зашло, потому что это был реально просто прикол. Почему бы нам это не сделать? Но это ушло в массы, и сейчас мы обсуждаем... Сейчас, мы сейчас обсуждаем, да, запись альбома. Ага. От именно от Сергея Барановского, от персонажа, ага. Песни Сергея Барановского, как бы, запустить альбом. Поэтому вот думаем над этой мыслью. Мы эту мысль думаем. Угу. Не знаю, во что это выльется.
Может быть, в концерт, может быть, в альбом. А может, тур будет мировой? А может быть, и тур? Нет, почему бы там не выступить на каком-нибудь фестивале по типу нашествия? Почему бы нет? О, нормально? Вот так. Я говорю, если уже пошли в этом направлении, то давайте уж тогда до конца. А ты это сделал для вампиров средней полосы? У тебя, кстати, несколько фильмов связано с вампирами. Два. Карамора. Ну и несколько сезонов. Карамора и вампиры средней полосы. Почему к тебе это так прилетает? Я всегда к этому очень спокойно отношусь, потому что любой сеттинг или любая... Это же просто форма для того, чтобы рассказать историю. Mm-hmm. Если убрать из сериала «Вампиры средней полосы» вампиров? Тему вампиризма, это будет просто история семьи. Семьи, да. То есть вампиры, именно само присутствие вампиризма создает... Немного обостряет конфликт, создает больше возможностей для сюжетных поворотов и для каких-то юмористических моментов или драматических, потому что они живут вечно, кто-то там, да, один живет вечно, а его возлюбленный живет не вечно, поэтому есть драма в том, что я буду продолжать жить, а его уже не будет. Угу. Поэтому вот какие-то такие конфликты. Но если убрать, это будет просто история обычной семьи. И также и в «Караморе». Это просто преломили так, что одна часть нашего общества, часть верхушки в тот момент руководившей нашей страной, пофантазировали, сделали, а вдруг они вампиры. Угу. Но если это убрать, будет исторический, просто исторический проект столкновения революционеров с властью. А как тебе здание работало? Потрясающе. Да? Мы здание работали уже... На тренере, мы с Даней работали на пилоте одного сериала, мы с Даней работали в «Караморе», мы с Даней работали на одном, на коротком метре на его. Поэтому мы работаем давно и приятельствуем, и на связи. Он потрясающий профессионал. Да. Он фанат своего дела. Он готов не спать, не есть, ползать на животе, в грязи. И он действительно болеет своим делом, и он фанатик, он бешеный, никому не даст спуску, он будет заставлять всех. Там нет перегиба в этом? Или это... Ну, может быть, кто-то и подумает, что это перегиб. У нас, мне повезло, мы еще со времен тренера выработали с ним какой-то птичий язык, и мы друг друга понимаем. Мы тратили меньше времени на притирку и взаимопонимание. Поэтому он что-то говорил, я делал и попадал в то, что он требовал. Поэтому, но я бывал, иногда присутствовал при там 15 дублях одного артиста, который не мог попробовать сделать. Ага. То есть сделать. Он четко знает? Он знает, что он хочет. Он замечательный артист, поэтому он знает. Да, это сложно. Он самый замечательный артист. И еще, когда он очень много показывает. И когда он показывает, ты понимаешь, да, это хорошо, это работает. Ну как это сделать? Ну как, Даня, это ты, а это я. У нас разная психофизика, у нас разный путь. И все, очень многие пытались там, я видел, как пытались повторить. А ты можешь, Даню, повторить? Вот нет, я вообще не из тех людей, кто, я обезьяна в работе, то есть я никогда не смотрю на режиссера, когда он что-то показывает, я его только слушаю, мне важно услышать импульс, услышать... Он все время отворачивался, я ему показывал. Я все время отворачиваюсь. Я всегда никогда, вот сейчас он тоже отвернулся. Никогда не смотрю на режиссера, потому что я пытаюсь его все время снять, если вдруг я увижу, как он показывает. Мне кажется, что для режиссера это вот единственное верно. А на самом деле для него это не единственное верно. Просто он ту энергию, эмоцию, которую хочет вложить, он ее так транслирует. А мне нужно, главное, понять его эмоцию, энергию, которую он хочет там увидеть. А у тебя много друзей именно из сферы творческой, артистов, или у тебя... Не знаю, к счастью или к сожалению, у меня только из сферы творческой друзья. Ну, почему? Хочется, иногда хочется не говорить о работе. То есть... Иногда очень хочется найти, и сейчас вот мы там дружим там. С Леной Весниной, с олимпийской чемпионкой по теннису, с ее семьей. И наконец-то мы встречаемся, и мы не говорим о работе. Мы говорим о жизни. Мы говорим о детях. Поэтому, да, когда появляются в компании люди, которые
Потому что, ну, иногда хочется отдохнуть, И даже вот дома, когда приходим, мы стараемся не говорить о работе, потому что жена актриса, я актер, и вот хочется его... А какой ты папа? Я надеюсь, хороший. Но ты много с детьми проводишь время? Вот со старшей, с вашей, я был мама-папа. Я все, то есть я все делал, но у меня было побольше времени. Угу. С вашей я проводил огромное количество времени, и она была, ну, то есть я был абсолютно максимально включен. С Каем сейчас у меня очень много работы, то есть у меня вот сейчас последние 3,5 месяца у меня не было ни одного выходного. И так случается очень часто, вот сейчас была неделя, он меня вообще не видел. Я уходил на работу, он еще спал, я возвращался, он уже спал. И у меня даже было такое ощущение, что этот раз я с ним встретился спустя эту неделю, он такой... Типа, ты кто? Да, мам, забери меня. Тут какой-то дядя. Это горько, это как бы... Это горько. И тяжело, когда ты не видишь своих детей так долго, и они растут. Да, они так стремительно растут. Я сейчас, тем более, такой период роста очень активного. А сколько ему сейчас? Сейчас ему 3,5 месяца. Да, не совсем. И он прям с каждым днем, он начинает учиться. Я вчера увидел, он почти перевернулся. Он схватился за мою футболку и такой, оп, на бок. Я говорю, Лиза, беги сюда, беги, смотри, что происходит. Он говорит, просто он каждый день что-то делает новое, да. И поэтому для меня сейчас любое какое-то открытие – это событие вселенского масштаба. А есть разница мальчик-девочек, вот по ощущениям? Есть. И ваша сразу с детства была такая принцесса, она была очень тактильная, она созерцала. Я включал ее классическую музыку, она начинала плакать. Потом, когда она стала повзрослее, постарше, я у нее включал опять, и она опять у нее плакала. Я говорю, почему ты плачешь? Она говорит, это очень грустно, она так попадает в меня. Не надо включать, я не хочу грустить. А у Каюши, у него такой озорной глаз сейчас, и он такой, не хулиган, то есть он не тавгай, не такой. Он тоже очень нежный, он очень улыбчивый, но глаз озорной. Озорной, я думаю, и он тоже очень хваткий и любознательный. То есть он все его очень интересует. А почему такое редкое имя? Кай? Кай. Как оно к вам? Потому что мы первого ребенка назвали Иванна. Ну, да. И Иванна на любой площадке детской одна, единственная. И она очень любит и ценит свое имя, она... Знает, что она Ивановна Дмитриевна Чеботарева, и это, она знает, что это имя уникальное. Uh-huh. И когда мы начали пробовать на звук, на вкус, на вибрации имена для сына, мы поняли, что это тоже должно быть какое-то необычное имя. Uh-huh. Потому что рядом с Иванной должно быть тоже какое-то необычное имя, чтобы он тоже продолжал чувствовать свою уникальность. Мы думали, у нас была история. Вообще Лиза считала всю жизнь, что когда у нее родится сын, его будет звать Иван. Это какое-то красивое, русское, сильное имя. Ну, родилась девочка. И вы не стали ждать сына. Она превратилась в Иванну. И сейчас мы выбирали разные имена для сына. И вот почему-то вот у нас была Кай и еще несколько имен, и мы их все время пробовали, тестировали. Вот как оно в повседневной жизни. Дома с этим всю жизнь да, жить. Да, но когда Иваша еще к своему брату, который еще находится в животе, обратилась Каюша. А мы даже не думали об уменьшительно-ласкательных суффиксах и каком-то нежном имени. Называли Кай. И она говорит, ну это же Каюша. Мы это услышали и поняли, что это подходит. Потому что это из ее уст было настолько трогательно, что Каюша, еще не родившемуся брату, она его так ждала, она так готовилась быть хорошей старшей сестрой. И поэтому вот... Каюша так и прижилось. Вот теперь Кай и Иваша. Майор Гром.
По-моему, неплохой получился проект. По-моему, тоже. По-моему, тоже. Это дерзость захода на неизведанную территорию для нашего кинематографа, угу. мне кажется, получилось удачной. Удачной, ну и по тому ажиотажу и обратному отклику не только в нашей стране, но и во всем мире. А мне кажется, что во всем мире даже какая-то большая была ажиотация. Ну тут, да. То есть, вот это как не парадоксально. Да, потому что Netflix, фильм вышел там и 8 дней был самым популярным фильмом в мире. Самым популярным фильмом. Не самым популярным зарубежным. Да. Просто самым просматриваемым фильмом в мире. 8 дней. Когда рядом у тебя весь мировой контент, в мире больше всех люди смотрят русское кино с русским супергероем, полицейским, который не умеет стрелять лазером из глаз mm-hmm. или летать. Он просто бьется за справедливость. Это зашло. 8 дней в мире смотрели этот фильм больше всего. На одной из самых мощных мировых платформ. Да. Поэтому мне писали из Бразилии, из Турции, из Португалии, со всего мира. На самом деле, вот из всех точек мира писали со словами благодарности, поддержки, просьбой продолжать. Угу. Присылали косплей, то есть он действительно облетел весь мир, мне до сих пор из Бразилии там несколько человек. Кто-то мне написал, что там какая-то у меня был что-то, я не помню, что какой-то период в жизни был, и они написали, что мы вас поддерживаем, мы из Бразилии, здесь фан-клуб, угу. Если что вы знаете, да, если что, вы знаете, что мы с вами, мы вас любим и поддерживаем. Это классно. И тем более, можно сказать, к дебюту такое внимание, потому что никто до этого оригинальных комиксов у нас не заходил в таком масштабе на территорию. Ну, смотри, просто ваши герои этого фильма, они в сердце вот всех сейчас подростков. Я не знаю, сколько сейчас фан-клубов в России. Ну, много. 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 Да. И когда я понял масштаб, два раза я понял масштаб ожидания и поддержки. Первый раз это когда на московском Комик-Коне была презентация каста, актерского состава фильма перед аудиторией. И аудитория была несколько десятков тысяч человек. Майор Гром! Это фестиваль многодневный, и люди ходят. И была презентация каста, и когда... А у меня в этот день был у дочки день рождения, и я говорю, ребят, я, может быть, не успею на эту презентацию, потому что у меня у дочери, и мне надо ее поздравить, быть с ней. И мы закончили день рождения, празднование, дочка легла спать, гости начали расходиться. И я смотрю, я еще успеваю там на какой-то хвостик этой презентации. Это лавина крика, счастья какого-то, свиста, поддержки. Я выхожу, и я не понимаю, что происходит. Это непередаваемо, да. Это невозможно. И потом у нас была автограф-сессия. Отвалилась рука? Отвалилась рука? Она отвалилась не сейчас, она отвалилась потом. Сейчас она не отвалилась, потому что она держалась на непонимании. Ага. Потому что часа 4 или 5 мы сидели, раздавали автографы. И я не понимал, почему этим людям... Нужен мой автограф и все. Таким интересным, таким разным, таким ярким, таким... Они все настолько заражены тем, что они любят. И их тысячи, их десятки тысяч, у них горят глаза, они подходят за автографом. Я не понимаю, чем я это заслужил. Я еще ничего не сделал, ребята, вдруг я облажаюсь.
вдруг я сделаю что-то, то, что вам не понравится. Но ты же и уже я сделал своего героя. Нет, это было бы явление каста, мы еще снимать даже не начали. Они еще ничего не видели. Вот в этом весь вопрос. Это был такой кредит доверия, когда люди подходят и говорят вам себе спасибо за то, что вы будете, за то, что вы будете это играть. Ой-ой-ой, это правда. Это такой, такая ответственность. Это любовь авансом, и ее нужно было подкреплять, оправдывать, поддерживать. Это было очень тяжело во время процесса, всего процесса съемок, потому что ты не можешь... А я еще не похож на этого персонажа. И я получал там и негативные... да, что это за сутулый, бородатый какой-то тип, который будет играть нашего Олега Волкова. Я понимал, что... У этого персонажа огромная фан-база, которая формировалась почти 10 лет. Они знают этого персонажа гораздо лучше, чем я. И они его любят, и они его ждут. И я не мог ударить в грязь лицом. И надеюсь, что у меня получилось, потому что люди поддерживали после выхода и продолжают поддерживать и благодарить за эту роль. Второй раз, когда я понял масштабы, это когда была... автограф-сессия в центральном детском магазине, на которую, по разным данным, пришло порядка 16 тысяч человек. Стоит вот так стол. И мы зашли с другого входа и говорят, проходите вот здесь за баннером ваши столики, заходите. Я захожу, и я понимаю, что вот здесь перед тобой нет, яблоку негде упасть. Второй ярус битком, третий ярус битком, четвертый ярус битком. И ты понимаешь, что вот эти люди, они как бы ждут тебя. И они пришли взять у тебя автограф. Может быть, не все, но большая их часть. А мы вдвоем с Сережей Горошко. А их тысячи. И я это понял, еще подъезжая, потому что вокруг центрального детского магазина была очередь в два кольца вокруг. И она уходила и начиналась в метро. В павильоне Китай-города. Я не понимаю, это была как автограф-сессия? Была объявлена, да, автограф-сессия. Обалдеть. Мы продержались час. Мы сегодня будем брать автограф. Мы продержались всего час из заявленных шести, потому что приехал Роспотребнадзор. Опечатали на два месяца центральный детский магазин. Да ладно? Да. Это вы устроили? Это мы устроили, к сожалению. Потому что... пытались все соблюсти. Были разделительные полосы, металлические заборы, были объявления регулярные о соблюдении дистанции. Но когда это невозможно, когда такое количество человек. Слушай, а вот ты, вот интересно. И остановили, да. Чтобы не допустить никакой трагедии. Давки, да, чтобы не было ни давки, не было обмороков. Да. Слава Богу, вот приняли решение. Час. Вот прошел час, все, мы сворачиваемся. Простите, что вам пришлось ждать. Простите, что кто-то не успеет. Но чтобы не допустить или распространения болезни, или давки, или еще чего-то. Но благо никто не сообщил. Не было никакого сообщения, что кто-то бы заразился. Или с кем-то что-то произошло неприятное. Вовремя остановили. Ну вот ты в этот момент себя почувствовал прям большой звездой? Нет, я почувствовал себя... Просто рок-звездой. Рок-звездой. Да, просто рок-звездой. Ты вышел на стадион. Наверное, так они себя чувствуют. Когда ты вышел, и люди начали свистеть, несколько тысяч человек. Я почувствовал, да, вот какое-то такое особое внимание. Ты ведешь соцсети? Сам, да, веду. Веду, стараюсь вести, да. Ну, тебе это просто, это профессиональное ведение или просто для души? Это и профессионально тоже отчасти, потому что нужно рассказывать людям, чем ты сейчас занимаешься, потому что есть на это спрос, спрашивают все время, что происходит. Ну, и есть, мы абсолютно открыты с нашей семьей. К зрителям, поэтому... Ну, я подписана на тебя, я вижу, что ты показываешь поэтому, да, семью, мы никогда ничего не скрывали, и мы
показываем и семью, и детей, и что у нас происходит. Сейчас еще Лиза запустила влог. Какой расскажешь, чтобы люди подписывались. Лиза behind the scenes, то есть то, что за кулисами. А это что, она где? Она на YouTube. Да? Сейчас на YouTube он выходит. И Лиза там показывает и нашу жизнь, и свою работу, и что она занимается, и чем мы живем. Он достаточно искренний, достаточно откровенный, такой просто о нашей жизни. Mm-hmm. И мы там тоже расскажем своих, и она рассказывает. Но это все-таки ее блог, это влог, я иногда появляюсь там, потому что мы все-таки семья. Но влог это ее, и она там и о себе, и о своих переживаниях, и о своих каких-то процессах, и радостях, и обо всем там. А у нее много актерских сейчас ролей? Сейчас она опять вот выходит, потихонечку выходит из декрета, потому что очень важно как бы с ребенком на данном этапе проводить время, чтобы он она и кормит, угу. Поэтому сейчас потихоньку выходит на какие-то пробы, на что-то. У нее так получается, она снялась у Валерии Гай Германики в фильме «Мысленный волк», угу, в главной роли. После этого появилась и Ваша. Ага. Лиза вышла из декрета, снялась в главной роли в фильме «Легкое знакомство». После этого у нас родился Кай. То есть ей надо с главными ролями аккуратнее. Да, у нее главная роль – ребенок. Главная роль – ребенок. Какая разница у вас у детей? А? Какая разница у детей? 4 года. 4 с небольшим. Лиз, держись. 4 с небольшим. Просто мы долго думали, какую разницу сделать самой оптимальной. Потому что такие... Прям вот так задумывались? Да, у нас и первый, и второй ребенок – это запланированное, осознанное решение, взвешенное. Поэтому мы и готовились и сами, и изучали родительство. И Ваша устроила бардак у себя в комнате, скажем так. Мы называем это шалом-балалом. Это было детское, стало вчера шалом-балаломошное. И мы говорим: Иваш, вот сейчас по полу разбросано очень много разных вещей. Вот очень много разных. Зайди, пожалуйста, в комнату и с пола куда-нибудь убери то, что тебе нужно. То, что тебе не нужно, и ты готова, что мы это выкинем, оставь на полу. Хорошая, кстати. Оставь на полу. Она зашла в комнату, подняла что-то, растащила. Я зашел, вижу, что там очень важные ей вещи, и она их не заметила. Я говорю: Иваш, посмотри, пожалуйста, вон там, вон там, вон там, вон там. Ты уверена, что это нужно выбросить? Она поползла, говорит: нет. Нет, дай мне еще раз, пожалуйста, еще одну возможность. Мы ушли, набрала. Потом вы просто выбросили оставшиеся? А оставшиеся мы выбросили. Потому что нужно подчищать. Если ребенку это не нужно, это его вещи. Если ребенок говорит, что ему это не нужно, нет смысла за это цепляться. Только она может решить. Также она решает, чем она будет заниматься, она решает. Она там занималась балетом, ей, она сама захотела. Она занималась гимнастикой. Ну подожди, но ребенка иногда надо и направлять, потому что не всегда дети знают ценность каких-то занятий. А кто знает? Ну... Это может быть для тебя ценность, для меня ценность, а для ребенка это не ценность. Что? Ну, например, вот она сейчас хочет заниматься музыкой. Да. Это априори для всех ценность. Да. Потом она через год скажет: пап, это сложно, это занимает много времени, я не хочу. У меня есть хитрый план. Какой? Вот расскажи, как он заставит? Цепь. Не настолько хитрый. Хитрый план. Я всегда мечтал играть на каком-то музыкальном инструменте. Да, понимаю. Я учился по классу гитары в музыкальной школе, но ввиду того, что не могли оплачивать, не могли покупать гитару, не могли, я ее бросил спустя год. Поэтому я до сих пор завидую людям. Плохое слово — завидую. Я очень уважаю и восхищаюсь. Про зависть я сейчас скажу, почему я стараюсь его не использовать. Очень уважаю и восхищаюсь людьми, которые играют на музыкальных инструментах. И у меня есть план, что когда мои дети пойдут в музыкальную школу, я весь курс пройду с ними. А ты с ними учишься? Чтобы разделить эти муки гамм с моими детьми. Потому что когда они будут видеть, что они не одни, брошены наедине с этими семью нотами и со скучными гаммами, может быть, им будет легче.
Это мой хитрый план, не знаю, насколько мне удастся его осуществить. Ты столько работаешь, что А по поводу зависти, Лиза, моя жена, сказала недавно, мне кажется, великую, гениальную вещь. Она говорит, а почему вот у меня там, у нее тоже там спрашивают, а вы не завидуете там, что вот муж столько работает, а вы там, вы меньше работаете, вы не завидуете там, что... Она говорит, а вот зависть, вот ты когда кому-то завидуешь, ты тогда завидуй до конца. То есть, если ты хочешь вот то, что есть у человека, тогда бери на себя его семью, его проблемы, его неудачи, его жену, его детей. Весь его путь тогда бери на себя, завидуй тогда всему, что в его жизни происходит. Тогда ты будешь завидовать, ты же завидуешь результату. Но ты забываешь к этому результату, как пришел человек. И как только у тебя появляется мысль о какой-то зависти, подумай, хочешь ли ты свою жизнь променять на его, чтобы добиться такого результата. И почти всегда отпадает ощущение зависти. Поэтому, потому что мы недавно разговаривали об этом с Лизой, потому что вот как бы, ну, очень часто нашу профессию связывают с чувством зависти. Потому что кто-то успешнее, кто-то менее успешный. Кто-то вроде бы начинали вместе, кто-то скаканул, ты не скаканул. И вот все время этот вопрос о зависти возникает. И вот мы тут Лиза... Но это не только в актерской профессии. Нет, это любой успех... У меня нет других поводов. У тебя есть артист мировой, может быть, с кем бы ты хотел сыграть? Вот прям, да. Кто это? Но он закончил карьеру. Дэниел Дэ-Льюис. Он великий. Закончил и ушел. По слухам, сейчас шьет обувь. Я даже не поработать. Я хотел бы увидеть, как он делает это вживую. Может быть, он клево шьет обувь сейчас. Я хочу посмотреть, как? Обувь, да. Но вот как он. Потому что у меня есть несколько таких актеров, которые я не понимаю, как они это делают. Это кто? Это Дэниел Дэ-Льюис. Да. И в театре когда-то это был Ваня Волков. Такой актер есть, Иван Волков. Я не понимаю, как они это делают. Мне хочется разобрать их на куски. Посмотреть, вот что у вас там, вот что у вас, какой, как, у вас какая-то дополнительная кость? Или какой-то у вас дополнительный орган? Как вы делаете? У нас набор такой же. Почему вы делаете что-то такое, что я не могу понять, как вы это делаете? Вот, поэтому вот, а вот Дэниел Дэ-Льюис, это вот один из тех. Есть много актеров, за которыми я слежу и не пропускаю ничего там. Хоакин Феникс. Джейк Джилленхол, Том Харди, Ди Каприо, есть там Мэрил Стрип, есть актеры, за которыми я слежу, но их я понимаю, как они это делают. А вот Дэниел Дэ-Льюис не понимаю. Вот он меня уничтожает. Например, вот Бенедикт Камбербэтч, я смотрю все с ним. Он машина, он робот. Я понимаю все, что он делает. Я могу понять. Я понимаю это не в плане того, что я это могу воспроизвести. Но я понимаю путь, понимаю инструменты. А вот Дэниел Дэ-Льюис не могу понять. Еще он вот начинает, там «Моя левая нога», первый раз, когда я посмотрел. Как? То есть там был бы там какой-то опыт временных лет? Нет. Огромный опыт работы? Нет. Но он меня уничтожает как зритель, я растворяюсь. Я перестаю быть... Я абсолютно там, я им верю, он может делать со мной все, что угодно. Поэтому вот да, вот это тот актер, с которым бы я хотел бы оказаться на площадке и просто рядом присутствовать. И хотел бы сакцентировать внимание на том, что я осознанно называю актера из западной системы, потому что этот вопрос достаточно часто задают. Потому что если человек в нашей системе сейчас, актер, не досягаем, значит, его нет в живых. Конечно, Олег Иванович Янковский или Кайдановский, или Богатырев,
Ну, конечно, я бы назвал их, но это нереально. А из тех, кто сейчас, и тех, кого я люблю и уважаю, из наших нынешних актеров, это все реально. Нет смысла мечтать поработать с ними, потому что это... Ты работал с ними. Это очень, да, это очень реально, поэтому и это достижимо. Нужно, как бы, как у Шахназарова, вот тебе плащ, мечтай о чем-нибудь великом. Также... О режиссерах, рождая западные режиссеры. Западные? Да, западные. Ну, не будем, российские, ты тоже со многими работал. Да. Это тоже... Это достижимо. Поэтому, да, западные... Ну, мне в каждый период жизни импонирует кто-то. Конечно, все... не все, простите. Простите за то, что я всех уравнял. Многие, многие назовут Тарантино. Ну, потому что это весело, потому что это круто, это изобретательно. Это стабильно, стабильно хорошо. Мне сейчас очень импонируют братья Коэн. Вот с братьями Коэн я бы хотел поработать, потому что мне нравится их юмор, мне нравится их ироничное отношение к жизни, мне нравится, я надеюсь, что они, наконец, они сейчас опять раздельно проекты делают, надеюсь, что они когда-то воссоединятся. И на самом деле и это достижимо. Просто нужно к этому приложить усилия. И это достижимо. Все достижимо. Нет ничего в этом мире недостижимого. И у нас актриса в космос полетела. Вообще, это не говорит. Ты Юля, это просто... Как она решила? С Юлей мы сейчас репетируем в Театре нации. Сентябрь, Театр нации, спектакль «Последнее лето». Теперь билеты не достанутся никто. Потрясающая. Юля Пересильд, Лена Николаева, Миша Тройник, я, Вань Добронравов, Вениамин Смехов. Прекрасные, прекрасные актеры. Приходите. Приходите. Вот. Надеюсь, что мы вам сыграем что-нибудь достойное. А ты часто изменяешь своему театру? Театру? Не часто. Я работал год в театре Ермоловой, как приглашенный артист в спектакле «Демон». И вот сейчас в Театре нации. А так нет, я своему театру не изменяю. 13 лет я там. Сейчас у нас Борис Юрьевич Юхананов уже. Он на моей памяти для меня самый долго трудящийся на благо нашего театра художественный руководитель. И началась новая жизнь у нашего театра. Раньше это был Московский драматический театр имени Константина Сергеевича Станиславского. Сейчас это называется Электротеатр Станиславский. В том же помещении, но с новой жизнью, с новым взглядом, с новым ремонтом, потому что там, где сейчас... Дорогостоящим, потому что там... Вы, вот, уважаемые, дорогие зрители, например, вот есть место, где вы работаете, и вы его очень любите. И в этом месте есть огромное пространство, которое, по идее, должно принадлежать вам, и вашему досугу, или вашим гостям. Но в этом помещении находится ресторан. И выгнать его не получается. И поэтому зрительского фойе нет. Не было у нас зрительского фойе. У нас был огромный мясной ресторан вместо фойе. И все его знают, все туда прекрасно ходили обедать и ужинать. Но пришел Борис Юрьевич Юхананов, и через неделю ресторан ушел. И теперь мы имеем прекрасное зрительское фойе, которое постоянно открыто именно для зрителей. Можно прийти, выпить кофе, там книжный магазин, там Wi-Fi. Можно просто провести там время, деловую встречу, еще что-то. Замечательный ремонт, перестроена сцена. Борис Юрьевич пришел, с первым делом, что он сделал, он распилил сцену. Он ее убрал. Конечно, у всех сторожил театр чуть-чуть тревожно забилось сердце. Как так? Это же наша сцена, на которой мы всю жизнь играли. Он распилил на кубики вот так сцену, сделал штамп театра и сказал, вот вам кусочек сцены, храните ее в память о тех годах, которые вы здесь провели. Но у нас новая жизнь, и эта сцена не вписывается в то, что мы хотим здесь сделать. Он убрал зал, он убрал сцену. Он сделал сцену-трансформер. Теперь где угодно может стоять зрительный зал. Под каждое решение каждого нового спектакля зал выстраивается заново. И
художники, режиссеры, которые приходят к нам в театр, они имеют возможность на большее пространство фантазии. Они могут поставить зал с одной стороны, с другой. В Тартюфе у нас зал с двух сторон от сцены, и зрители после антракта меняются местами. А где-то вдоль одной стены, это человеческое использование человеческих существ, мы играем вообще без зала, люди сидят на полу, на войлоке. Поэтому техническая составляющая оснащения театра топовая, все, что нужно. А сколько посадочных мест? Посадочных в зависимости от того, какой спектакль. Максимально небольшой, 250. Да, мне кажется, так. Максимально небольшой, 250, если вдоль стены делать. А так 150-170. Он открыл малую сцену, он открыл летнюю сцену. Борис Юрьевич Юхананов, наш художественный руководитель, говорю, он, это он. Камерную сцену, поэтому у нас много сцен, у нас много репзалов, почти весь театр превращается в творческое пространство, потому что почти везде идут спектакли. Спектакли идут на лестнице, спектакли идут в фойе, спектакли шли в гардеробе. Где хочешь, там играй. Куда тебе твоя пытливая... У тебя нет желания поставить какой-нибудь свой спектакль? Есть уже и наметки, и есть потребность, и есть запросы от Бориса Юрьевича, и был запрос от меня. Есть, нет времени. Я уже сделал даже часть спектакля, уже показал Борису Юрьевичу, он сказал, да-да-да, давайте продолжать. Но на это нужно время. Потому что нужно быть ответственным, нужно взять на себя за огромное количество людей ответственность и повести их за собой. А я не могу сказать, ребята, давайте в путь, но буду я здесь 3 дня. Но для этого ты должен отказаться от, наверное, большого количества съемок в кино. Да, пока не могу. Пока я все-таки остаюсь актером театра и актером кино. Хорошо, что пока... Слава Богу, мне не приходится отказываться от одного или от другого. Я продолжаю работать в театре и в кино, и там идут навстречу. Я благодарен всем людям, в частности, в первую очередь, Борису Юрьевичу Юхананову и нашему директору Ирине Золиной, Ирине Вячеславовне, за то, что они идут навстречу и формируют репертуар, исходя из моих возможностей. Какой твой идеальный выходной день, когда у тебя нет ни съемок, никаких там встреч? С семьей. Ну как вот? Вот вы просыпаетесь. Завтракаем. Ну во сколько вы просыпаетесь? В зависимости от того, что нам скажут дети. Ну хорошо. Ну поспать же приятно. Не, мне дают доспать, меня берегут. Если бы семья, говорю, если бы жена и теперь еще вся семья, ну в особенности, если бы Лиза. Так меня не поддерживала, не берегла, не давала бы мне доспать, потому что брала бы детей, выводила, и я бы мог спокойно там до 10 поспать. А так, ну, встаем, завтракаем. Для нас вот главное, чтобы вместе. Вот это идеальный выходной. Мы можем просто на диване проваляться весь день. И это будет самое потрясающее. В парк сходить с детьми. Дочка Иванка смотрит твои фильмы, где пока ты? Нет. Нет? Пока нет. Ну, она вообще понимает, что ты известный конечно, артист, да? Конечно, она это понимает. Она интервью смотрит, потому что фильмы я посмотрит снимаюсь. Посмотрит наше интервью? Думаю, да. Думаю, мы все вместе посмотрим. Загрустил. Да, я загрустил, потому что у жены не хватает времени смотреть мои проекты, потому что у нее есть своя жизнь, а на это нужно выделить время. И еще дети, а дети не смотрят мои проекты, потому что им еще рано. Да, 3 месяца одному человеку. Ну и ваши 4,5, ей 5 в октябре, 5 октября, но все равно она еще слишком порой злые и агрессивные мои проекты и уж тем более мои роли, в которых я предстаю. Дима, а что значит это татуировки? Какие? Ну вот... Здесь у меня птица Феникс, здесь у меня сова на полумесяце, здесь у меня азбука Морзе. С одной стороны, все же когда-то шутили, что я просто в душе орнитолог, поэтому я себе птиц набил.
Я не знаю, это было все очень спонтанно, но я это объясняю тем, что птица Феникс – это символ вечной жизни, сова – это символ долголетия. Надеюсь, что-то сработает. Либо я буду жить долго, либо вечно. На самом деле это было просто… Феникс появился, когда вот был вот этот упадок, и мне хотелось перерождать, что я верил в то, что у меня будет какое-то перерождение и будет новый виток. Поэтому появился Феникс. Сова появилась, потому что мне так нравилась сова. Сова. Потом вот эта азбука Морзе, на самом деле, это большой секрет. Никто, все пытаются расшифровать, что же это такое. Там четыре буквы написано азбукой Морзе. U-N-S-O. U-N-S-O. Вот, дорогие зрители, это вам загадка. Так, пусть давайте. Будет так. Еще раз. Вот тут, простите, я обнажусь. Вот азбука Морзе. U-N-S-O. Четыре буквы азбукой Морзе. Так, мы должны... А что это значит? Ну, можно поломать чуть-чуть голову. ЮНЕСКО. ЮНЕСКО. Молодец, Сергей. Мимо. Не добил. Вот, поэтому пойдем дальше. Мне кажется, что у тебя еще где-то вот... Это да, это был полуякорь, полузнак «я стрелец». Но вот это надо... «я стрелец». Да, а ты веришь в это? Нет. А я верю. Я не очень верю в гороскопы. Да? Мне кажется, что гороскоп не определяет человека. Ну, ты очень похож на стрельца. Но вот человек может определить себя. Вот когда говорят, что «ну, это классический скорпион». Да. Что это значит? Ну, хорошо, вот мой брат родной, вот он классический скорпион. Но я знаю других скорпионов, которые не классические скорпионы. Значит, что-то где-то все-таки это не до конца работает. Вот, поэтому почему-то я вот хотел стрелец, стрела, якорь, что вот, типа, у меня семья, я якорь бросил, все, теперь я здесь. И на пальце обручальном. Да, на обручальном, да. Но она расползается из-за того, что сгиб, кольцо постоянно я ношу, поэтому надо ее выводить. Слушай, а вот когда ты снимаешься, ты же бываешь иногда с обнаженными ногами. Вот, кстати, у Сергея в фильме. Да. Я там, где это не противоречит, там это оставляют. Да. Где какое-то, вот где-то в основном вот это все замазывают, чтобы рука чаще в кадре, чем ребра или бедра. А у тебя постельная сцена? Регулярно. Регулярно? Но это оставляют. То есть в основном мои персонажи могут быть с татуировками, да. Где не могут, там замазывают. Вообще, грим киношный – это удивительная вещь. Я первый раз ощутил магию кино, никогда я оказался на съемочной площадке, никогда я увидел, как работает камера и группа. Магия кино для меня – это была массовка. Сериал «Автономка». Это был первый курс. Я играл... Это обнадеживающе. Про подводников. Я играл вахтенного офицера. Назовем это так. Найти меня там невозможно. Потому что там 500 тысяч серий, и я появляюсь там на 10 секунд. Но! Магия кино. Я актер массовых сцен. Но я актер. Поэтому меня повели на грим. Меня подстригли. Побрили. А вот здесь у меня ожог. И меня подстригли, и этот ожог стал еще виден. И они его загримировали и дорисовали волосы. И я впервые в жизни... Понял какой-то. Увидел, как бы я мог выглядеть без ожога и без этих шрамов. Вот это для меня была магия кино. Не вот это все, камера, мотор, начали, херня. А вот когда я стал действительно другим человеком, из-за змеи. Я привык к нему. Ну, да. Я долго с ним боролся, я долго его принимал, я долго, долго пытался понять, что это не уродство, что это... Я не видел. Но это сейчас. Раньше был тут кожаный узел в детстве, он долго рассасывал. Ну, это прям... Да.
И долго я пытался понять, что это вот как бы это нормально, что это на самом деле я долго шел к пути, что все наши особенности – это наша уникальность, что мы все уникальны, что нет ни одного одинакового человека на планете, что мы все обязаны любить себя, что только если ты любишь себя, ты можешь делать что-то, и ты должен принимать себя, что мы уникальны, нужно всегда понимать свою уникальность, всегда, нет, даже если двух близнецов взять, они каждый по-своему уникален, они не одинаковые. То есть ты против пластической хирургии? Мне почему это право человека? Но делай, что хочешь. Нет, я к этому вообще очень спокойно отношусь. Если человек хочет, и если, а бывают же медицинские показания. Медицинские если человек хочет, ну это его тело, его дело. Ребят, давайте уже оставим это. Пусть каждый живет свою жизнь и делает с собой, что хочет. Если это не противозаконно, и если это не вредит окружающим его людям. Тайская мораль, кстати. А? Тайская мораль. Да. Тайцы так живут. Да, уголовный кодекс для этого придуман. Чувак, делай все, что не запрещено. Поэтому... И когда я увидел, что вот так бы я выглядел, если бы у меня не было этого ожога, вот это была для меня магия кино. Это был первый курс института здесь уже в Москве. Это было клево. Но и были смешные... Во! Смешная ситуация, связанная с кинематографом. Я только приехал из Хабаровска. Это далеко. Это другой конец нашей необъятной родины. Я приехал в Москву, поступил в один из центральных московских институтов театральных, в Щукинский институт. Но был я, ну, как один педагог по истории изобразительного искусства назвал меня, что Чеботарев – это обезьяна, которая слезла с дерева и поступила в театральный вуз. Да ладно. Я был злой, агрессивный, выросший в 90-е, в начале 2000-х, человек, который очень остро воспринимает критику и действительность. Человек очень. Ну, это, кстати, стрельцовская история. И был еще вот это все, какая-то одежда херовая, выглядишь херово, ешь херово, все херово. Не знаешь ничего. Экспрессионисты и импрессионисты одно и то же, просто я что-то не выговариваю. Вот. Мой, опять же, приятель Володя Маташнев, который меня сюда перетащил, да, который Ваня Чабов. Для тебя это просто... А это мой, да, мой один из моих проводников, за что я ему очень благодарен. Говорит, я отправил там на пробы твои фотографии, тебе, может быть, перезвонят. А у меня была еще монобровь, то я сейчас выщипываю. У меня сросшиеся брови вообще. Какая удача. Удача, да. И тогда у меня была вот так вот сросшаяся бровь, это все, чума просто. Черный, грязный, злой. Так вот, вот такую фотографию мою отправили на какие-то пробы. На какие, я не понимаю. Ну ладно, какие-то отправили. И мне звонят. Дмитрий, здравствуйте, ваши фотографии попали к нам, вы нам очень подходите, у вас очень подходящий типаж, это главная роль, полнометражное кино. А я только приехал, я несколько месяцев в Москве, полнометражное кино, главная роль, очень подхожу, я уже кому-то подхожу, господи, только бы не расплакаться. Так вот, они говорят, все, у вас будут пробы послезавтра, вот вам, подучите текст, все. И пинцет. Послезавтра. Пинцет не нашел. Дальше, слушай. Послезавтра у вас пробы. Хорошо, все, я готовлюсь, читаю там, актер ее. И тут, на следующий день, раздается звонок. Дмитрий, здравствуйте, напоминаю вам, чтобы вы не забыли, такой-то адрес, у вас завтра встреча с учителем, поэтому будьте готовы, это очень ответственно. Учитель-режиссер? И я начинаю думать, что я попал в какую-то секту. Они режиссера называют учителем. Я уже поняла. Я бросаю трубку. И приходит сообщение. Можете прислать фотографию, как вот сейчас вот актуально вы выглядите, как вы завтра придете на пробы? Я нашел какой-то самый плохой фотоаппарат, как-то вот так сфотографировался, отправил им. Они мне перезванивают, что, типа, наверное, плохая фотография. Я не беру трубку.
Я выключил телефон, думаю, не-не-не, я вот она Москва, вот она. Я здесь всего несколько месяцев, а я уже в секту в какую-то меня зовут. Учитель. Они сумасшедшие, они называют режиссера учитель. Что я там, поклоняться ему приду, что ли? Гуру? Что у меня там будет, просветлению вести? Нет, я не поехал. Не поехал ни на какую встречу с этими сектантами. Прогулка? Нет, это был кавказский пленный. Понятно. Это прикол. Это... А учитель-то знает эту историю? Нет, нет. Теперь узнает. Это был прекрасный режиссер Алексей Учитель. Алексей Учитель, да. К которому я подходил. А ты просто исчез, говорит? Я просто исчез. Я выключил телефон, все, я больше трубку не брал. Все, они названили на следующий день, где вы, типа, Дмитрий, у вас же встреча с учителем. И вот со своим учителем учитесь, ученики. Это очень смешная история. «Голиаф» – замечательное кино большого мастера Адильхана Иржанова, казахстанский режиссер, который уже был и в Каннах, и в Венеции, и в Роттердаме. Его фильм «Желтая кошка» номинировался на «Оскар», выдвигался от Казахстана. Большой мастер, большой. Попал я к нему как-то очень-очень и очень случайно. Наверное, не случайно. Наверное, что-то для этого было сделано, но для меня это было случайно, потому что человек, мне говорят, знаешь Адильхана Иржанова? Я говорю, пока не особо. Мне прислали ссылку на его последний фильм, который был еще не опубликован. Сейчас он вышел, «Штурм», фильм, у него прокат во Франции сейчас, он идет. У нас его тоже в онлайн-кинотеатрах можно посмотреть, он фестивальное кино абсолютно. Вот у него сейчас, он вышел на прошлой неделе в прокат во Франции. Мне прислали этот «Штурм», я посмотрел, мне очень понравилось. Я решил посмотреть еще фильмы Адильхана, мне не все зашли. Мне захотелось поработать с этим режиссером. Мне сказали, что он хочет тоже со мной поработать. Организовали видеозвонок. Звонит Адильхан, такой абсолютный простой, понятный человек. Говорит, здравствуйте, Дима, я вот не смотрел ваши фильмы. Я не смотрю, если я хочу какого-то актера, я не смотрю его работы в других фильмах, потому что это работа другого режиссера, другой сценарий. Я смотрю его интервью, я посмотрел все ваши интервью, и мне хочется, чтобы вот у меня был такой персонаж. Я говорю, да, давайте, мы начали репетировать по Zoom, репетирую по видеосвязи, репетирую какое-то количество, там, пару месяцев, наверное, долго сочиняли этого персонажа, все-все-все. И потом мне нужно поехать в Казахстан. Прилетай. Съемочный период 7 дней. За 7 дней мы снимаем полнометражное кино. Адильхан снимает за 7 дней. «Штурм» он снял за 4 или за 5. «Голиаф» он снял за 7, чтобы все понимали, 7 съемочных дней. Фильм «Голиаф» в конкурсе Венецианского фестиваля. Приехал на 2 недели в Казахстан. Один день репетиции, день съемок. День репетиции, день съемок, день репетиции. 7 дней поснимали. Все. Один дубль. У всех один дубль. То есть ты приходишь, как бы, а что ты тогда пришел, если ты с первого дубля не можешь работать? Ну, не надо туда приходить. Готовься. То есть день репетируешь, завтра ты снимаешь то, что ты сегодня репетируешь. Все так меняется на репетициях. То есть там огромная сцена может превратиться в сцену из одной фразы. Или наоборот, сцена из одной фразы может превратиться в огромную диалоговую сцену или монолог. Вот как вы на репетиции что найдете, то вы завтра и будете снимать. Но только вот все, что нашли, завтра вы снимаете, уже не меняя. У тебя один дубль, 2 максимум, если вдруг там по камере нужно что-то поправить. Все. 7 дней. Венеция. Конкурс. Приз. Угу. Это вообще очень хорошее кино. Лихо, да. И вот сейчас мы вот планируем еще поработать с Адильханом, думаем, как бы нам что придумать. Потому что нам понравилось друг с другом, и мы все время на связи, и все время что-то обсуждаем, что-то фантазируем. Дим, посоветуй, пожалуйста, свои любимые фильмы, которые ты бы хотел, чтобы наш зритель посмотрел. Тоже дело не очень благодарное, потому что в зависимости от зрителя, от его настроения и что он хочет получить от просмотра. А ты вот не задумываешься. Вот ты сегодня есть настроение. Фильмы, которые я смотрел по нескольку раз. Вот их, наверное, я и посоветую. Это фильм «Иллюзионист» Йоса Стеллинга. Не тот, который с Эдвардом Нортоном, а есть режиссер Йос Стеллинг. Это фильм, это такая философская притча. В нем практически нет ни одного слова.
но это не немое кино, это такая большая смесь философии, клоунады, эксцентрики, притчи, и это все огромный такой ком ситуаций, где просто слова не нужны. Они все без слов, все понятно. Но это кино не немое, просто все такие, все эти ситуации не требуют вербального высказывания. Я не видела, посмотрим. Второй фильм. Замечательное питерское кино, где играет Сергей Дрейден и Эра Зиганшина. Называется «Не делайте бисквиты в плохом настроении». Я не знаю, сколько раз я это смотрел кино. Оно действительно улучшает настроение. Это питерское кино, снято в Питере, с атмосферой Питера, богемной жизни, такой, которая скрыта от глаз. Не высшее общество, которое под фотоаппаратами, а вот в богемы, вот, которые сценаристы, это, и они вот там где-то в своем. Что еще? Вот два этих фильма. Как ни удивительно, ностальгия Тарковского. Это тоже кино, которое я пересматривал огромное количество раз. Не только ввиду того, что я обожаю Олега Ивановича Янковского, считаю его величайшим просто актером. И мне удалось с ним сняться в одном проекте. В «Стилягах». Только он в роли, в которой он... Все его знают, а я в массовке. Ну ладно, но все равно проект был один. Когда мы снимались с Янковским? Но потом я снимался с его сыном и внуком, поэтому я со всей, почти со всей, еще у Ванюши сынок родился, но почти со всей мужской частью их семьи я поработал. Вот. И ностальгия Тарковского, потому что это кино, которое каждый раз вскрывает какие-то новые смыслы. И новое попадает в тебя по-новому. Вот это, вот пусть будет эти три фильма. Я так понимаю, что наша программа, она выйдет как раз уже, наверное, осенью, и как раз все вернутся в спектакли, все должны срочно всех, приходить на Чеботарева смотреть. Какие спектакли смотреть? В электротеатре. Давай. «Тартюф», «Фантазии Фарятьева», «Жизнь есть сон», «Человеческое использование человеческих существ», «Пиноккио», «Синяя птица». В Театре нации, «Последнее лето», независимый проект, о любви и дружбе. Ну, просто приходите. Приходите, мы попробуем вам что-нибудь хорошее сыграть. Смотрите кино, смотрите спектакли. Приходите, будем знакомиться. Вот. Ура! Ура! Дима, спасибо тебе большое.